Привет, продолжаются мои заявки. Мои заявки, мои реакции. Все. До свидания. Так, подождите. Заказали мне Made in Kazakhstan, Made in KZ, песню «Кукушку». «Кукушку». Но я так поняла, что это песня Виктора Цоя, просто перепевка. Ну, типа кавер, не кавер. Так, сейчас, подождите. Сейчас я скачаю сразу же ее, чтобы потом мне не искать. Мне же лень потом искать. Все, погнали. 51 тысяча лайков. Разворачивайся. Раз, два, три. Заказали уже не первый раз. Только уже тоже вот добралась. Какие глаза огромные, выразительные. Песен еще не написаны. Прям на русском? Сколько? А ну да. Я просто думала, что не припоют на казахском. Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. И грустные глаза. Солнце мое, взгляни на меня. Он добавляет свою изюминку в эту песню. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вообще другой инструмент. Я где просто плохо разбираюсь в казахских инструментах. Thank you.
Да, поразительно. Как будто сканирует тебя. Красиво, спасибо. Глаза у меня прям шикарнейшие. Огромные такие. Пронзительные. Так, ну, в общем, выполнила я заявочку, потому что очень сильно просили. Меня и просили, и ВКонтакте просили, и здесь просили. Надеюсь, что вам понравилась моя реакция. Может, и не понравилась. Но если не понравилось, там дизлайк есть где-то. В общем, там пишите. А, очень классно получилось. Особенно мне нравятся колоритные мотивы. Это вообще просто супер. Спасибо огромное. Всем пока.